Kubo itu bisa lagi. Все, сейчас получу на кассе. Ничего себе, на бензин хватит до Лас-Вегаса. Цветочки вот у нас такие в магазине продают. Смотрите, какие цвета. Ой, это-то какая красотища. Ну, слушайте, такой запах. Это лилии пахнут. Я вообще не могу их нюхать. Не могу их переносить. Где вот они, такой запах стоит жуткий от них. Я даже их не... А вот они, представляете, их так мало стоит. Ой, ужас, это невозможно. Невозможно нюхать. Очень сильный. Не мои цветы. Вот это снежок, помню, у бабушки в саду такой рос. Снежок называется, травка. Мы ее на 1 сентября... Водиолусом, потом к хризантемам, по-моему, всегда прикладывали. Как я давно слово хризантемы не говорила. Обалдеть. Даже забыла, что такое слово есть. А их тут нету, кстати. Их не продают. Ни разу не видела. А нет, может быть, желтые. Вот это, наверное, вот они, хризантемы. Только у нас в саду были такими шапочками, вот такими шапками. Такие, эти маленькие. Нифига себе, песик. Такой этот борец. Обалдеть. Сходила, поснимала. Это что такое тут? О, господи. Думаю, что за чемодан стоит? Не такого цвета, какого-то бежевого. Это солнце падает. Сходила, поснимала по заявкам в магазине Coach. Сумочки. Ой, слушайте, такие классные. Такие классные. Я обожаю Coach. Обожаю. Так, персик у меня тут с собой. Взяла персик, сливу и кушаю. Сладкий. Очень сладкий. Очень-очень сладкий. Сочный. Я, знаете, почему иногда видео снимаю и кушаю? Это для того, чтобы мои видео были интересные.
Ну вот вы сидите, смотрите, раз, сколько тища, да, пошла, я такая, опа, на чипсы начала есть, вы такие сразу же встрепенулись, и у вас это вызывает реакцию. И вы такие, о, господи, сидит, какая некультурщина, чипсы ест. И вам сразу же раз и интересно становится смотреть, как у меня губы там сложились, сколько морщин на губах, как я жую. И это вызывает реакцию, видите, в видео. Поэтому я сама, кстати, очень люблю смотреть канал Варнаева, что ли. Варнаева, что ли он называется? Я когда давала на него ссылку, и там девчонка кушает на камеру, столько съедает, вообще вот столько. Это ужас. Такая худая. Пока. И я так люблю смотреть, как она ест, потому что она ест очень красиво, очень прям, вообще, такое ощущение, она кладет в рот еду, и будто бы три раза вот так вот, раз, два, три, и проглотила. Я все время смотрю, думаю, обалдеть, как будто бы это, не прожевывает, но смотреть очень красиво, быстро ест. Вот, и если вы заснули смотреть мое видео, и вы увидели, вот сейчас я откусывала персик, и вы раз, сразу же что-то писать начали. Ну, как бы у вас сразу же сон пропадает, сколько ты видео. Поэтому вот я вставляю такие кусочки. Видите, как все продумано в YouTube. Целый сценарий нужно продумывать для того, чтобы зрителю было не скучно. Да, слушайте, как меняются времена и как меняются люди в эти времена. Сейчас зашла в Tommy Hilfiger купить кое-что. Вы знаете, они с меня сейчас пылинки сдувают. Я захожу, они мне сразу же: привет, как дела, как семья? Ведут меня, показывают, где там скидка, где новый товар, где что. Прямо я VIP-клиент у них сейчас. И вот смотрите, как люди меняются, когда меняются времена. И кто меня смотрит давно, вы помните, я рассказывала, как меня здесь в Аутлете ненавидели. Ну, когда я тут только появилась, начала заниматься своим бизнесом. И я что-то покупала у них. Ну, у меня приличные вот такие стопки получались иногда. На скидки товары. И они прям меня ненавидели. Они у меня спрашивали: ты куда это берешь? Какие-то мне бумажки сували, как будто бы я там использую этот логотип Tommy Hilfiger чуть ли не для своих вещей. Ну, знаете, всякую хрень. Я прямо чувствовала это, ну, очень неприятно. И я плюнула на них, я вообще стала ездить в другой аутлет. Ну, до него ехать 40 минут, но он мне больше нравится. Он как побогаче там идет, и там такие хорошие продавцы всегда меня так встречали приветливо. И все, я туда стала ездить и перестала к ним ходить. Я года два к ним не ходила. И потом, знаете, стали времена меняться, стали хуже покупать почему-то у них вещи. Может быть, им выручку там надо было увеличить, и у них правила изменились. Я не знаю. Но я помню, зашла после долгого отсутствия, и они прям чуть не набросились на меня. И вот сейчас, после пандемии, конечно, им план надо делать. Им надо все это наращивать, эти продажи. Потому что столько времени это все стояло невостребованным, было закрыто. И вот они меня сейчас, короче, мне, ну, понятно, что присылают: приходи, приходи. Я сейчас пришла, опять они меня облепили. Короче, столики везут мне на колесиках, чтобы я вещи в руках не держала, а на столик положила. И знаете, я вообще так смотрю, думаю, вот ведь, а, как человек меняется от обстоятельств. В одно место ужалило, что надо работать, надо деньги зарабатывать, посидели без денег-то. Так вон сейчас я у них тут на вес золота. Но я что, я улыбаюсь, я ни на кого зла не держу, я улыбаюсь, рассказываю, как семья у меня, как что там, ой, увидимся в следующий раз, спасибо, что помогли мне, ой, столик подвезли, господи, как прекрасно-то. Вот такие есть шоперы, это Coach, сейчас на скидках. Большие сумки, ну вот обычный размер у них. Такой вот. Вот так вот. Вот такой. С логотипом Coach. Вот есть такая светлая расцветочка. Это у них вот это вот золото такое, не яркое. Такая табличка Coach. И вот такие темные есть.
двух расцветок. Так, потом есть рюкзаки вот такие, что кожаные, что вот из плащевки, они одинаково стоят. Этот вообще классный, потому что такой у него medium размер. Есть у него молнии, я имею в виду карманы, черные цвета. Ну, блин, еще не поставить. Так, потом есть вот такие кроссбоди, они небольшие, вот такие. Это кожа. Вот такие расцветочки. Это эко-кожа. Это тоже эко-кожа. Такая есть одна. Красивая какая. Бежевая есть. И вот такая. Так, и вот такие есть. Таким чемоданчиком. Три расцветочки. Так, вот это вот померяю. Вот так это выглядит. Симпатюлечка вот такая. Отстегивается здесь. Можете как сумочку вот так носить. Вот такой один красный. Есть еще рюкзак. Тоже кожа. Бесценен. Смотрите, как тут все красиво сделано вообще. Конечно. Классные рюкзаки. Очень классные. Здесь также, наверное. Да, здесь тоже такая же красотища. Такого плана. Это золото. Так, потом есть вот мои любимые вот эти кроссбоди. Они на скидке сейчас. 250 без налога стоили. Смотрите, какие классные. Они вечные. Очень хорошо носятся. Это все эко-кожа. Вот это кожаная, наверное. Да, вот это кожаная, белая. Так, вот такую возьму. Померить. Размер. Так вот. Вот такая у меня кроссбоди, очень удобная. Вот мне больше вот такие нравятся. Вот такие. Они мне удобнее. Вообще классные. Тут видите, есть и светленькие, и темненькие, они с длинным ремешком еще. Эти у меня она обмялась, вообще такая мягонькая, легкая довольно-таки. Вот. Есть еще вот такие кожаные. Вот такой красивый бежевый цвет и черные есть вот такие. Изумрудная, какая красивая. Вообще такие вещи. Очень, вообще у него идеальное качество. Идеальное. Глаза разбегаются, конечно. Так, 450 вот эти. Смотрите, как тоже сделаны. Изумительно. И длинный ремешок, и номер у всех сумок индивидуальный присвоен. Это кожа, сочетание с эко-кожей. Такой вот есть не очень длинный ремешок. Такой вот.
и длинный внутри. Фурнитура шикарная. Вот такая расцветочка есть. И вот такие. Это, наверное, дороже. Нет? Столько же, представляете? Цены одинаковые. Вот это 398. Где с материалом? С текстилем. Вот это кожаная полностью. 398. Это самая дорогая. 450. Так, вот это 480.